Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы сегодня продолжим играть в Триал. Фьюжн, да, хотел сказать Evolution, но нет. Тут маленькая разница у нас, знаете, в чем будет? У меня полетела система к чертовой матери, и пришлось игру просто заново начать перепроходить. Вот здесь, в этой гонке, в прошлый раз я проехал на серебро, но я дошел до того момента. В принципе, проехал все то же самое. Единственный момент заключается в том, что я проехал вот эту гонку на золото, хотя должен был на серебро. И я ебанул ее на квадроцикле, блядь. Кирилл просто, блядь. Сука, на нем если придрочиться, он охренительно ездит. А в остальном все то же самое. То есть я не прошел здесь вот это. Я тут что-то не смог. И вот эти две не прошел битву смельчаков. А можно попробовать, кстати. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Что это за битву смельчаков? Полчаса будем играть. Мне убегать надо. Срочно через полчаса. Так. А те мотоциклы мы не можем брать, да? Нельзя. Угу. Понятно. Давайте тогда вот этот вот. Посмотрим, что тут, к чему. Выполнять руки, не берите за отведенное время как можно... Ох, нихуя себе. Так, погоди, это что-то, блядь, не то, нахуй. А сколько очков надо набрать вообще? Ну-ка, нахуй, передний бэкфлип, нахуй. Фронт. Ох, нихера там, блядь, горка-то на... Охуеть! Я думал, она меньше, блядь. Так, 600 очков. Супермен! Отлично. Эх, блядь, вот это хуеть, не встать. Вот это приземление, да? Ну да, мы написали, что оно ужасное. Сколько? Что? Как 0 очков, нахуй? Почему 0 очков? Мне даже за бэкфлип, что ли, не дали, блядь, нихуя. Тройной бэкфлип, нахуй. Да ебаный рот, да что ж за хуйня-то, погоди, сейчас. А тут на время-то похеруть, наверное, правильно? Может, четверной? Хуеть, блядь, я четверной бэкфлип взял. Так, стоять. Сейчас приземлиться по-нормальному. Ага. Так. Хорошо. А сейчас что, почему не выдали мне нихера? Так, ладно. Ох, нихуя себе. 3000. А сколько надо? Серебро, блядь. Как серебро, нахуй? Так, погоди, надо посмотреть, сколько нам на золотую медаль, что-то. Что-то, блядь. Нет, 20 тысяч я насобирал, да? А надо 25 на золото. Давайте-ка тогда повторим. 25 тысяч для золота. Ну, это хуйня, сейчас сделаем. Не очень. А, хотя, чё мозги ебу? У меня же газ-то есть, блядь, на другую кнопку. Так, я же могу сейчас... Супермен! Блять, вот это что-то пошло не так, хотя я приземлился на оба колеса, нахуй. Так, 4000, блять. Отлично! Так, еще душечка есть. Да ладно, блядь. А, это типа он спиной ебашится, блядь. Ему очень больно, блядь. Понятно, понятно. Ужасное приземление, блядь. Понятно, там перелом всего, блядь. Так, ладно. Да почему ноль-то, блядь? Кул хуй, идеально просто, блядь. Это не засчитывается нихуя, я понял. Очень странно, блядь.
На нахуй. Так, ладно. Слушай, я не знаю, почему не засчитывается. Я вроде, блядь, нормальный. На, может. На. Я, кстати, это забавно. Так, ладно. Есть, успел. Блин, башкой захерачился. Твою мать. Супермен. Так, ладно, хорошо. Так, кофе, блядь. Есть, тоже неплохо. Блять, не то, что хотел сделать. Ну ладно, похуй. Спокуха. Так, есть. Я что-то хуйню творю, блядь. Ай, блядь. Хуйню творю, не знаю почему, блядь. Так, ну-ка, а если просто бэкфлип 500? За бэкфлип что-то нихуя не дают, блядь, почему-то. Очень странно, это один из сложнейших трюков, блядь. А, ну-ка, еще посмотрим, блядь. Я так понимаю, я буду одну трассу, блядь, проходить. Хуя себе, блядь. Ну и че, блядь, нихера не дали, блядь. Какой-то ебал. А сейчас вообще не засчитали, блядь. Какого хера, блядь, как это работает, блядь. Ай-яй-яй. Непонятно. Пока что как это работает. Ну ладно, сейчас мы все выясним. Так, ладно, ладно, ладно. Сейчас. Оп, аккуратно, блядь! Ну она, кстати... Трасса длинная достаточно, надо признать. Трасса-то длинная. Так, есть, нормально. Почему у меня, блядь, все одни и те же трюки получаются? Я, блядь, кнопки разные жму. Сейчас вообще почему-то, блядь, не заработало. На переднем колесе, блядь. Эх, нихера себе, блядь. Да, что-то, блядь, печально все. Во-во, сейчас другой трюк получился, блин. До конца, 3000 есть, ну нормально. Ох, ебучий рот. Да как, блядь, почему, ебаный ты рот? Я не понимаю нихуя. Нормуль, получилось. Еще и бэкфлип, нахуй. Так, все, ладно, 4000 собрали. Ага. Это, блядь, как-то, сука, тут не по... Да ебаный рот, да что ж такое-то, на? Как-то непонятно, блядь. Они делаются порой, блядь. Все эти трюки, блядь. Так, ладно, Супермен, блядь. Ага, получилось. А сейчас ни хера не получилось, блядь. Просто по нулям, блядь. Так, бэкфлип. За бэкфлип 150 даю, блядь. Это что за хуйня, блядь?
На, нахуй. Да что такое? Я почему думаю, что все это все время финиш тут, блядь. Все время думаю, что там финиш, блядь. Так, ладно, нормально. Так, тор получилось. Ох, ебучий рот, нихера себе, вот это да, блядь. Так, 4. 39 тысяч, неплохо. Неплохо. Надо всего 25 было. Ладно. Адреналин, игра на умение. Это что такое? Надо Foxbet. Погнали, попробуем. Что за игра на умение? Используйте все свои навыки, чтобы дольше остаться живым. Сейчас попробуем. Несите вперед, что есть мочи. Так, нестись вперед, что есть мощь, да? А, и чё, блядь? Всё, нет, всё прикольно. Бляха-муха. А, я, может быть, энергия. Какая-то энергия показывается. Какой хуй это энергия, блядь, непонятно, блядь, ну ладно. Значит, так надо. Хуй знает, что за энергия. Эх, ебать, нихуя себе. О, хорош, это я не понял сначала, что произошло. А потом, как понял, блядь. Так, ну энергия на желтеньком, как бы, хуй с ним, да? На желтеньком нормально. Ой-ой-ой. Да, слушай, он взрывается, короче, сквозь джунгли. Он взрывается, я так и понял. Точнее, так и думал, что что-то с ним произойдет плохое. И произошло. И ведь и правда произошло. Так, тут надо как-то, блядь, прям. Ай, бляха-муха, сука. Да какой нахуй рекорд, блядь? Что там за рекорд? Я даже 200 метров проехать не могу. Там надо аккуратненько просто. Как мы умеем. Но не так. Надо аккуратненько заехать. А зачем тут особо не газовать, блядь? Просто ехать по-нормальному. Ну, тут газовать вообще не надо, блядь. Хуя. Так, тормозим. Нет. Какая нахуй? Какой, блядь, взрыв? Вы что, ёбнулись, что ли? Ну почему? Эй! 230 метров я проехал. Ну хотя на золото, блядь. В принципе, ладно. Погнали дальше. Золото есть. Золото есть. И теперь можно... Можно... Сквозь джунгли у нас открылось. Колючие гонки. Я предлагаю покататься... Сколько времени у нас? Еще время есть. Предлагаю покататься на... Вот этом. Мне он действительно понравился. Он тяжелый, правда, блядь. Им сложновато управлять, но... В целом неплохо. У него есть свои плюсы, блядь.
На нахуй, нихуя ты, блядь. Дядя, блядь, запрыгнул, блядь. Приземляться как-то, блядь, надо по-другому. Я вот что-то до конца так и не вкурил, на самом деле. Все, просто, блядь, разрыв, нахуй. Ой-ой-ой. Ах, сука. Так, посмотрите, блядь, он просто летит, нахуй. Просто летит. Квадрик хорош. Я не думал, на самом деле, что он такой будет, блядь. Охуительный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как так случилось, блядь? Как так произошло? Этого не может быть, ну. Не должно было случиться. Этого не должно было произойти. С любым другим, но не со мной. Я даже до этого трамплина не долетаю, блядь. Хотя, по задумке, наверное... Должен бы. Должен бы, наверное. Хуяк. Ну, он очень скоростной, блядь. Очень хорошо скорость развивает. Блядь, ну что за затуп? Ой-ой-ой, чуть, блядь, не хуйнул. Чуть, блядь, в яму не, не провалился бы. Хуяк. Отлично просто, блядь. Хороший результат, блядь. Так. Очень хороший результат. Какое-то письмо нам пришло. Личные сведения. В гараже появился костюм «Боец». «Боец». «Гонка на рассвете». Испытаний никаких не сделали, ну и похуй. Ну-ка, поехали на панде еще раз съездим. Ух ты, блядь. Нихера себе. Какая трасса, блядь, интересная. Чисто 2D, как это, 2D-шная, блядь. На нахуй. Уяк. Хуяк. Просто раздираю, блядь, трассу, блядь. Ай, блядь, как плохо приземлился. Ну ладно, хуй с ним. Ох, блядь, там пол проваливается. Так. Там поезд, он даже ходит какой-то, блядь. Есть! Ну, это легкая. Легкая трасса, но очень красиво нарисована. Стоит признать. Так. Поехали дальше. Взятие базы. На панде поедем. На ней бы приземляться помягче, и вообще бы огонь было бы. Чё-то, блядь, ёбаный кашель какой-то начался. Недавно болел, блядь, и вот опять. А-а-а, не допрыгнул маленько. Ладно, попал. Ох, блядь, это что за хуйня, блядь? И не поезд, и не самолет, блядь. А-а-а! Нет! Не допрыгнул маленько, ну попай. Вот тут бы, конечно, транспорт полегче нужен. Ну
Я не допрыгнул, что ли? Нет, допрыгнул. Я был все, сейчас обратно на эти винты, блядь. Не, допрыгнул. Ну, на золото, ладно, похуй. На золото прошли, и хорошо. Там легкий мотоцикл нужен на этой трассе. Появился костюм землекоп. Вокруг оазиса. Вокруг оазиса. А какой следующий мотоцикл, интересно? Это реальный, что ли, блядь? Эх, он, блядь, так прыгает высоко, блядь, или мне кажется просто. На нахуй. Так, я понял. Скорость. Враг мой, блядь, на этой трассе. Бля, репой задел, твою мать, я думал, не заденет. Там газ, что ли, надо как-то сбросить, чего ли, блядь. Или наоборот, сильнее ебашит. О, отлично, блядь, прям миллиметр, наверное, до башки оставался. Один. Хуёвско приземлился, конечно. А что делать, блядь? Такова жизнь квадроциклистов, блядь. Так, ладно, тут запрыгнули. Тут тоже вроде как. Ну нет, почему, сука? Ёб твою мать. Так хорошо шел. Ну, не сказать, что хорошо, но нормально, блядь. Запрыгнул? Блядь, твою мать. Вначале специально газ забросил, чтобы по земле побольше проехать, разгончик взять. Так, вот, сбросил газ, нормально. Пойдет. Пойдет, покатит, прокатит. А как надо, блядь, разогнаться, чтобы на второй этаж попасть, блядь? Это пиздец же. Это нереально, мне кажется. Так, главное там не затупить, вот, блядь, с этой хуйней. Так. Нормально. Отлично, я бы сказал. Хуяк. Ай! О, вообще шикарно, блядь, получилось. Так, там винты, винты, винты. Винты нам нахуй не нужны. А, финиш уже, да? Ладно. Ладно. Еще 5 медалек нам надо завоевать. Это, я так понимаю, до следующей трассы, чтобы открыть. Испытание Redlix. Угу. А, только этот нахуй. Только такой мотоцикл. Ну, посмотрим, что там за испытание. У нас еще есть целых 5 минут. Трюки. А, трюки, трюки, трюки. Трюхи есть. Так, смакуха. Блять, надо на это самое мне. Нихуя себе, блять, я захуярился, блять. Ну что, блять, не зачитались, суки. Ай-яй-яй-яй, блин, как хорошо бы получилось сейчас. Я бы набрал просто невероятное количество очков. А вот сейчас вот, блядь, что-то я затупил, блядь. О, вот это вообще серьезнейшая авария, блядь, просто была.
Тут ни одной кости не осталось, блин. Так. Да ладно, блядь, как я так переворачиваюсь, твою мать? Да что ж такое, блядь, не могу выровнять мотоцикл, блядь. Так, Вилли сделали. Так, ладно, хорошо. Да ебучь, твою налево, блядь. Так, ладно, нормально. Сейчас пройдем. Не ссать. Да, блядь, ты, сука. Хорошо. Хорошо, блядь. Пойдет. Не пойдет. Ох, нихера себе, Вилли, блядь, сколько проехал. Неплохо. Ну, блядь, как ты, сука, не успел выровнять-то, нахуй. Так, ладно. Отлично. Пойдет. Проканывает. О, господи, блядь. Думал, все. Думал, все, пизда, блядь. Куда это я, блядь? Ага. Так, нормально. Спокуха. 24 тысячи, блядь. А, 35 тысяч, блядь. Золотая медаль. Ну, в принципе, все нормально. Главное, на золото. Есть, на золото прошли. Как бы. Погнали. Мастер трюков. А что? За мастер. Сделайте бочку в воздухе и бочку в воздухе. Показанный трюк. А какой трюк-то, блядь? А. Супермена, блядь. А, стой, стой, стой. Ну что за нахуй? Эй! На нахуй. Так. Серебр... Какой медаль? Не, давайте заново вообще, блядь. Это что за хуйня? Блядь, как-то хуйня, блядь. Супермен есть. Ну, блядь, давай, вставай, ты ебаный мудила. Не, ни хера не вставай, не это самое. Так. Блядь, надо его выровнять, ну, и он... Так, встает, да? Перевернуться, что ли? О, получилось. Ну к чё, почему, блядь? Всё же срабатывало, блядь. Опять серебро, что ли? Так, ладно, 1900. 2900. Угу. Перевернуться надо, что ли? Хуй его знает, как это работает, блядь. 3900, блядь. А медаль-то какая, блядь? Или так серебро и осталось, что ли? Да какого хуя, блядь? Серебро нас не устраивает. Блядь, время-то уже, сука, мне пиздовать надо.
Так, 1000. 2000. Ага. Ну вы что, хотите сказать, не получилось, что ли, пидоры? Да ебаный ты рот, на. Почему 995, блядь? Или вперед надо, блядь? Хуй пойми, блядь, как... Вот эти, сука, тут... Как показывают, блядь. Хуйню полную, блядь. Ну вот чё, блядь, я не так делаю, нахуй. Ага, сработало. О, получилось. Правда, нихера денег не дали за это, блядь. Ну вот и чё, блядь. Вот, а разве это не так, что ли, блядь? Пизду, блядь. Блядь, ты чё делаешь, придурок? О, сделал. Получилось, блядь. Ну вот это куда вот, блядь? Сюда, туда, нахуй. Хуй пойми, как это работает, блядь. Вот, чё, блядь, не так я делаю. Блядь, ещё не сработало нихуя. Кнопка, блядь. Угу. Непонятно, блядь. 987. Все идеально было, блядь, сделано. Надо еще название. Супермен, блядь. Название еще читать надо, блядь. Underdog. Я вот не пойму, блядь, вот это хуйни, блядь, на самом деле. Так, going to hell. Ну это явно, блядь, с переворотом что-то связано, блядь. Пизду, блядь, вообще не сработало. Ну, блядь, отцепись ты, ёб ты мать. Так. О, получилось. Получилось, так. Есть. Получилось. Дриллер, блядь. Ну нет, блядь, ну получилось же, сука. Ну один хуй до золота я не дотягиваю. Так. Что там чик-чик-чик-чик ебашит нахуй. До золота не дотягиваю. Ну это хрен ли, блядь. Ладно, давайте этот составим эту дисциплину на следующий раз. А мне надо убегать. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.